Я сегодня снимаю моего хамелеона Валеру, который ползает на диване. Вот, посмотрите на него. Вот он, что-то застыл, думает, куда ползти. Тут так. Ползет. Но сейчас сами по себе хамелеоны медлительные бывают, могут полчаса стоять на месте и еле-еле ползти. Куда ты пополз, а? Вниз. Вот он так думает, куда же и пойти ему. Главное, верьте туда-сюда. Туда идти или туда, а? Или сюда? Да, они бывают очень хорошо думают и продумывают путь свой. Ну, а тогда всем пока и удачи.